Провела Новый год, в 5 утра пришла домой. Привет, меня зовут, как? Привет, меня зовут Эвелина, я очень... Стой, в эфире «Молодежные новости». И сейчас я вам расскажу, так примерно, да? Наверное, выглядит репортаж. Вы согласны? Начинаем с представления. «Молодежные новости». Привет всем, меня зовут Эвелина, я провела Новый год отлично. В Новый год я погуляла до 5 утра, скушала торт, дети были все веселые. Дальше. Настроение было позитивное. Ну. Зритель был очень прекрасный. Где? На сцене. Как вы думаете, справилась? Нет. Что не хватает репортажу? Информативности. Смелости. Ну, информативность, ладно, давайте попробуем дальше. Молодежные новости. Всем привет, меня зовут Катрина. Этот Новый год был самый лучший, в городе прошли замечательные салюты, все зрители были рады. Это включаешь в репортаж? Так, еще раз тогда, давайте попробуем, да? Молодежные новости. Всем привет, меня зовут Катрина. Этот Новый год был самый лучший, в городе прошли замечательные салюты, зрители все были очень рады, счастливы. Вы знаете, что делаете? Вы отвечаете на уроки. Вы не на уроке. Поэтому давай поближе. Прям так, чтобы тебе было видно. Вот ты одна, и представь, ты в кадре. Давай, попробуем. Молодец. А давай представим, что мы вдвоем. Да? Получится?